съездила в садик. Меня тут ждет картина. Да? Где-то Каспер еще. Все голодные. Сейчас буду кормить. У нас, кстати, кто спрашивал, вот 9 утра. 9 утра, девочки. Вот так вот у нас. Ну, в 10 уже будет точно светло. Видите, расцветает уже в 9 часов. Вот. Так что да, в 4 уже начинает темнеть. Вот. Почти нету солнца у нас совсем. Всем огромный привет! Наверное, я не здоровалась еще в этом влоге. Видите, у нас уже светло, немножко солнышко вышло, но, говорят, ненадолго. Сейчас опять пойдет снег. Ну, не знаю, посмотрим. Что хочу вам сейчас показать, девочки? Ну что? Что я могу сказать? Я теперь тоже в этой секте. Я по-другому это назвать не могу. Это просто... Это секта, девочки, какая-то. Кошмар. Много из вас мне всегда писали: Наташа, а вот на Вайлдберриз, Наташа, а вот на Озон, Наташа, а вот там, а вот там. Ну, короче, все. Сейчас покажу Озон, заказ, часть заказа, да. Вторая часть, я не поняла, когда мне приедет. Вообще, я не поняла, почему на Озон они разбивают вот так доставки, разные склады, наверное. Хотя это одна и та же вроде бы марка у меня. Ну, не знаю. Ну, в общем, разбивает. Ладно, доставка бесплатная, привозит мне прямо домой. Но не всегда на Озон есть бесплатная доставка. Вайлдберриз заказ должен прийти мне, пункт выдачи. Кстати, сделали пункт выдачи около... Ну, не около моего дома. В Оби. Кто знает, на Приморском шоссе. Там теперь сделали пункт выдачи. Так что я могу по пути в школу, например, когда в школу забираю сына, просто туда заехать, там удобный заезд, забрать и уехать. Ну, вы понимаете, да? Я говорю секта. Это просто секта, девочки. Вот. А у меня, кстати, есть по поводу Озон. У меня есть на Озон промокод. Правда, единственное, что я не поняла, что он дает скидку. Он дал совсем небольшую, и то на одну позицию только. Хотя, может быть, потому что и так была скидка большая. Я не знаю, я не поняла. Но я на всякий случай, кому вдруг нужно, интересно, вдруг вам будет какая-то хорошая скидка. Я оставлю этот промокод внизу в инфобоксе, но не знаю, будет давать он скидку или нет. В общем, вы понимаете. Так, давайте покажу, что заказала. Так, ну что, приехала первая часть моего заказа с сайта Озон. Вот. Смотрите, какую я штучку прикольную заказала. Мне так она понравилась. Она еще есть... такой коробочке пришло. Вот так вот называется марка. Вот. И еще есть вот в таком черном цвете. Слушайте, как они мне нравятся. Еще я из этой же серии заказала баночки такие для специй. Придут ко мне позже. То есть это пораньше пришло, то попозже. Баночки класс. Все было запаковано. Сейчас я вам покажу. Вот в такую пленку. И вот в такую пленку обернуто. Я тут просто все распаковывала. И каждая баночка еще вот в такую пленочку внутри коробки лежала. Поэтому мне ничего не побилось. Вот это вот держится хорошо. То есть надо усилие, чтобы вытащить. Вот. Как раз буду использовать под... Здесь, соответственно, что это? Соль, да? Перец. Или наоборот. Нет, по-моему, вот это соль, да? Девочки.
для оливкового масла и для обычного масла. Хотя, по идее, подразумевается, что в одном уксус, а во втором масло. Но уксусом я не так часто, точнее, очень редко пользуюсь. Поэтому мне нужно под оливковое масло и под обычное растительное масло. И вот налью сейчас, я все это помою. Потом налью сюда, насыплю все и поставлю на кухню. И на кухне у меня будет стоять, потому что я обычно покупаю вот эту банку масла, да, и так она у меня и стоит на столе. Много раз говорю себе, что надо убирать, в итоге у меня все равно все стоит на столе. И это не очень хорошо, мне многие из вас писали, что масло портится. А здесь мне понравилось, во-первых, что темное стекло, хотя будет непонятно, сколько масла осталось, да, но, то есть не темное стекло, а... непрозрачная, да? То есть, по идее, масло не должно портиться. То есть, здесь оливковое, здесь такое. Вот, и будет у меня стоять рядом с плитой как раз. Вот. По стилю моей кухни, мне кажется, мне вообще отлично подойдет. В общем, сейчас помою, девочки, все сюда насыплю. Перчик, соль. Вот сюда же соль, да? Я же права? Да, вот сюда соль. Остальной дырочкой перчик черный. И вот такая вот красота. Но вот эти для соли и перца прям большие, смотрите. Видите, какие большие баночки. А вот здесь вот всего 100 миллилитров. Вот, ну нормально, наполнять буду. Закончился, долила из банки. А основная бутылка будет стоять в темном месте у меня, правильно? Так что вот так. В общем, вот такая красота. Ну как вот тут держаться? Ну невозможно же. Вот, ну кому интересно, я ссылку вам оставлю внизу в инфобоксе. Успела я помыть те свои баночки, мне позвонил курьер и привез вторую часть, уже другой курьер, вторую часть моего заказа. Как-то странно, почему они не все в один раз не привезли. Ну ладно, может, с разных складов. Мне, короче, все равно. Сейчас распакую, вам покажу. Ну что, и заказала я еще вот такие вот баночки. На них, кстати, у меня была скидка по моему промокоду. Ну, небольшая там, 5, по-моему, процентов, но все равно приятно. Приятно, да? Единственное, что дерево отличается, видите, по цвету. Но у меня вообще в планах, что в разных местах будет стоять. Но я не думала, что такое сильное будет отличие. Это я уже тут сняла вот эту штучку, потому что хотела помыть. Ну, надо помыть сюда, а потом все насыпать. Вот такие вот, в общем, баночки для специй классные. Хочу сюда как раз вот, ну, там, может, куркуму какую, там еще что-нибудь сюда насыпать. И идут ложечки. А ложечки вот такие вот, они... керамические. Вот это все керамика. Вот. Так что у меня вот такой вот обновочки теперь для кухни. Сейчас все намою, разложу, покажу вам. Сейчас забирала сыночка, зашла в магазин. Магазин называется Верный. Он, кстати, по выбору, по своему качеству, наверное, продуктов лучше, чем Пятерочка. Мне, по крайней мере, нравится больше. Вот. Сейчас покажу, что купила. Покупок у меня на самом деле совсем чуть-чуть. На самом деле мне нужно ехать в Ленту. Но из-за того, что сейчас снега очень много, везде пробки, я, короче, решила туда не добираться. Купила картошку. Картошка по 39 рублей. Ну, кстати, неплохая такая крупная красная картошка. Тостовый хлеб. Чуся, перестаньте. Что у нас творится? Легонье. Олиганьё. Вот, тостовый хлеб, обычный хлеб ржаной, вот такой купила. Очень понравились нам детям моим, вот я покупала в Ленте. В Ленте я брала вот такие, со вкусом пломбир, малиновый пломбир, вот. Очень мне понравились. Я тоже одну штучку пила, мне тоже очень понравилось. Вкусно вообще, обалденно. И я еще купила вот такую упаковочку, клубничное мороженое. Тем более еще содержит витамин D и B6. Класс. Вот. Так, купила еще масло сливочное. Не стала уже в мясную заходить. Масло у меня закончилось. Возьму. И купила вот эту вот свою любимую имитированная икра. Это не настоящая икра. Она по вкусу даже как не настоящая икра. Я уже говорила много раз, как-то одно время ее очень часто покупала, сейчас уже меньше, но неважно. Вот. И мне нравится, вот я много какую пробовала, мне нравится именно Балтийский берег. Она очень вкусная такая. Ну, она же сделана из чего? Из водорослей каких-нибудь там, не знаю, бульона рыбного, ну, что-то типа того, да, это желатинки такие. Мне безумно нравится. Я вот просто... вкусно. Маслица, вот эта и корочка, хлебушек. Просто. Сейчас буду чай пить как раз. А муж у меня любит вот такую.
Санта-Бремор и тоже Балтийский берег. Ну, вот была только... Я только единственное, что не помню. Он мне говорил, что какая-то ему не нравится. По-моему, копченая ему не нравится. А вот с креветкой нравится. Ну, в общем, там была копченая и с креветкой. Я взяла ему с креветкой. Может, я, конечно, перепутала. Вот. Яйца еще купила. Обычные, отборные, да? Нет, за один. Вот, и купила шоколадки. Вот эту шоколадку. Помните, я вам как-то показывала вот эту вот белорусскую. Боже, какая она вкусная, девочки. Это просто нечто. Я вот ее съела. Мужу моему не понравилось. Он сказал, что вот эта жидкая штука ему не нравится. Которая внутри, она такая жиденькая, да? Мне очень нравится. Вот купила себя побаловать. А это сын у меня старший взял. Ну, тоже должно быть вкусно. Новогодние шоколадки. Ну, раз мама берет шоколадку, то почему им нельзя, да? Вот. Ну, вот это очень вкусно. С чаем. Просто. Это моя любовь теперь. Мне еще говорили, что еще есть вот... Тоже вот от этой марки, коммунарка. Еще другие шоколадки. Вот у нас только вот такая. Вот. Конфеты не смотрела. Конфеты мне еще рекомендовала. Но я не смотрела, честно говоря, конфеты. Вот. А шоколадка только вот такая лежит. Вот. Так что я ее взяла. Вот такие у меня были совсем небольшие покупки. На самом деле шла за картошкой, хлебулкой и яйца мне надо было купить. А, мне еще надо было молоко купить. А я забыла. Ну, как всегда все. Как всегда. Зато я Манельке купила, да? Чем не молоко? Ой, как всегда. Снова гуляем. В комбезе уже лучше ходит. Ветер минус 5. Красота, да, Лё? Ага. Не, когда минус 5 и ветер, то ощущается, наверное, как все минус 15. Когда ветер. Так что гуляем. Это у нас сейчас время, вот меня спрашивают. Солнышка у нас нет. Это у нас время сейчас 3:30. Ну, где-то, может, минут 15:15 примерно. Вот. И вот так вот, ну, не скажу, что темно, но и не прямо там. Солнышко, все такое. Давай вот так кружочек сделаем, сюда пойдем. Вот, так что мы сейчас небольшой кружочек делаем с собаками. И все. Бона, красотка. Это все Бона, Джуз бы вообще не ходила. Это все Бона, да, заводила у нас. Угу. Хоть минус 40, пойдемте гулять. Ей все равно. Как сильно. Да. Все равно, ладно. А Джузе тепло, видите, прям в снег лезет. Так обычно она такого не делает. Нормально, гуляем. Красота. Зима. Две подружки. У этой, кстати, красная шлейка. У этой красный комбинезон. Прям. Девчули. Перед за сынулькой у нас уже в садике украшает. Везде красиво все. За младшеньким иду. Красавчиком моим. Так, ну что? Мне, правда, надо помыть плиту. Вообще, мне надо, кстати, хорошенечко нагенералить свою кухню. Как-нибудь обязательно этим займусь. Поснимаю вам, потому что мне тоже писали, что Наташа, почему не снимаешь уборку? Ну, вот как так получается. В общем, вот это у меня скол. Здесь муж замазал у меня специальным составом. Это у нас стойка, в общем, сюда упала. Давно уже. Ну, нормально. Вот. Смотрите, баночки пока ничем не наполнила. Просто помыла. Вот. Хочу соль, куркуму и сюда что-нибудь еще. Посмотрю. Единственное, что я расстроилась, что отличается по цвету. Но говорят, вот это вот потом потемнеет, потому что вот это покрыто чем-то, а вот это вот не очень покрыто. Вроде оно должно вот это потемнеть, но не знаю. В общем, я поставила пока так, и я разберусь, куда мне удобнее, куда неудобнее. Сюда я насыпала соль, сюда я насыпала перец, налила сюда... Ой, забыла эту штучку одеть. Оливковое... Ой... Подсолнечное масло, сюда оливковое масло. Единственное, что я все-таки посмотрела, что 100 миллилитров, ну, как бы маловато. Маловато, да? Ну,
Ничего страшного. В любом случае, не будет у меня здесь на кухне стоять. Если мне будет маловато, я куплю другую просто бутылку вот эту, да, большую. Есть большие такие бутылки. Не знаю, сколько там миллилитров. Вот. Просто поставлю. Вот эти баночки у меня в любом случае будут здесь стоять. Вот это, может быть, просто переставлю на обеденный стол. В общем, поиграюсь, девочки, посмотрю. Но баночки мне вообще... Вот эти вот особенно вообще огонь. Ложечка, на самом деле, вот там на сайте, на Озон, да, в отзывах было написано, что ложечка маленькая. Но на самом деле, ну вот если брать, например, соль, то возможно. А вот ту же куркуму, например, да, я ее добавляю же чуть-чуть. То есть вот эта ложечка как раз самое то, на мой взгляд. Вот, потому что у меня куркума много там ее. Вот. Сюда соль, куркуму. Ну, в общем, посмотрим. Но баночки клевые. Клевые. Вообще, мне они так нравятся. У меня же, видите, такая плитка, правда. Тоже мне надо все стирать. В общем, буду генералить, девочки, кухню. Поснимаю, как я буду генералить кухню. Вот. Баночки мне очень нравятся. Прикольные. На сегодня уже я буду с вами прощаться, что я лохматая. Я буквально пару слов хочу сказать вот про этот сухой шампунь Батист, который Dark. Мне он очень нравится, но... Он цвета, вот видите, вот такого серо-коричневого подойдет больше для брюнеток. То есть, когда я наношу, вот сейчас у меня его нет, сейчас у меня чистые волосы, когда я наношу, он не заметен, то есть нет белого налета, но он светлее, чем мои волосы. Он же не черный. Вот. И когда вы будете, то есть наносите на корни, а потом делаете вот так вот, да? Ну, я обычно так делаю вот так вот руками, чтобы все вот у меня здесь было. На руках останется этот сухой шампунь. То есть останется вот этот вот, вот такого цвета. То есть руки нужно будет помыть. Одежду, шапку не пачкает. Извиняюсь. Шапку не пачкает, одежду не пачкает. Ну, ничего не пачкает. Но когда промываете шампунем, вода тоже вот такого немножечко окрашенная. Так что имейте в виду. Но вот я светлую шапку одевала, посмотрела специально, не испачкала. И раньше у меня не пачкала. Единственное, что испачкает вот до того, как вы прочесали, я потому что, ну, наношу вот так, да, потом делаю вот таким вот образом все вот так вот, а потом все равно прочесываю, ну, чтобы волосы нормально легли. И вот после того, как прочесали, уже не оставляет на руках ничего. Но вот когда... То есть вы поняли, может пачкать вот этот шампунь, но шампунь прикольный, очень мне нравится. Вот я сейчас вовсю им пользуюсь. То есть я день мою волосы, на следующий день с утра немножко попшикала на корни и вообще супер. Вот, так что вот так вот. Так что вот такая вот история. В общем, на сегодня, девочки, уже буду с вами прощаться. Вы извините, я иногда пропадаю, но так у меня складывается, что у меня на монтаж иногда уходит очень много времени, поэтому... Иногда пропадаю, но стараюсь, очень стараюсь выкладывать каждый день. Главное, мне кажется, войти вот в этот ритм, и все будет отлично. В общем, я стараюсь как могу. Вот, так что оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, и до новых встреч!